Выступающим на стороне правительства отрядом народного ополчения Йемена удалось после ожесточенных столкновений со сторонниками шиитского движения «Ансар Аллах» вернуть контроль над аэропортом города Аден. Проправительственные силы утром во вторник начали масштабную операцию по освобождению второго по величине города страны при поддержке с воздуха коалиции во главе Саудовской Аравии. Сообщается, что шиитские мятежники-хауситы потеряли десятки человек. Накануне на нефтеперерабатывающем заводе Адена возник сильный пожар после его обстрела хауситами из реактивных установок. По свидетельствам очевидцев, минимум 3 резервуара с горючим загорелись. Потушить их пока не удается. Власти Адена обратились к Саудовской Аравии с просьбой предоставить специальные самолеты. Параллельно аравийская коалиция нанесла удары по позициям сторонников движения «Ансар Аллах» в столице Йемена Сане. Разрушены жилые дома, есть жертвы среди мирного населения. Объявленное в субботу перемирие, по всей видимости, не соблюдается.